Так, 20 числа августа поставила воду для укоренения Вигелу красную Принц Ред. Но я поставила их вместе с стаканчиком. В стаканчике стоит ива. Ну, говорят, что там хорошо вроде. Вот ива. У ивы вон уже корешочки. Вот эти стоят. Так, что у меня с Вигелой? Ну вот, образуется колес на корешочках. Ну, побеги одревесневшие, полуодревесневшие, скажем так. Вот так. О, прям какое колесо образовывается. Единственное, что вот один побег у меня верхушный, он не очень был одревесневший. Вот на нем пока ничего не образовывается. Так, а здесь у меня гортензия крупнолистная. Тоже с ивой. У ивы вон, даже видно, вон большие корешки уже. Так, что у меня с гортензией? Ну, может, даже ничего не пойдет, может, и погибнет. Пока ничего не наблюдаю. Может быть, надо было в землю сажать, но в землю что-то мне не в перлите, не в земле, что-то у меня не очень она. В общем, пробую. Пока пускай тут стоит в воде. Это где-то не на 3 раньше я ее сделала. Значит, где-то 17-го, наверное. Так, еще у меня два череночка гортензия черешковая. Тоже вместе с ивой стоит. У ивы тут... Ну, что-то тут... А, ну, есть он, корешочки у ивы. Конечно. Так, что у меня у гортензии? Так, ну этот черешок у меня прям с воздушными корнями. Вот, кстати, один такой нашелся. Ой. Что по всему черешку воздушные корни вот эти тут. Что ж такое? Вот. Я его поставила, говорю, может быть, он и укоренится у меня. Кусочек прям срезала и положила прям в перлит с этими корнями. Ну, не знаю, как они растут, или они вот просто такие воздушные. И они не будут расти, как такие, как настоящие. Не знаю, пока стоит в воде. И вот маленький черешочек такой. Вот он без воздушных корней. Но это верхушечный. Вон там даже почка такая. В общем, так. Так, еще у меня черенки стоят в таком ведерке. Ну, тут разные. Вот так у него. Сейчас откроем, посмотрим, что там. Это где-то дня в среду. Нет, не в среду. Воскресенье делала. Сегодня четверг, значит. Значит, в общем, где-то 4 дня стоят. Ой. Тут разные, каких только нет. Тут и гортензия. Ой, нет. Тут вигела и розовая, и красная, и которая с красными листьями. И даже вон 3 штучки навтыкала этих курильского чая. Тут у меня песок, вермикулит и торф. Ну, вон что-то там какая-то фигня всходит. Не знаю, что-то всходит, надо удалить какой-то. В общем, сорняки уже всходят. Но эти, конечно, еще рано даже посмотреть. Ну, стоят живые. Еще у меня в вермикулите в таком контейнере стоят вот этот вот там кусочек от гортензии. Вот этот черешковый с корнями, утопленный в этот вермикулите. Ой, ну тут стоит будлея белая, ну что-то она, наверное, уже все не пойдет. А это, господи, это, по-моему, вот это вигела красная, вот этот Принц Ред. Ну не знаю, тоже черешки такие ближе к верху,
Пойдут, не пойдут. В общем, эксперимент у меня. Так, эти вот, которые в воде стоят, они еще стоят в целлофановых пакетиках, вместе с ивами, которые. Но говорят, что ивы помогают укореняться. Не знаю, помогут, не помогут. Может быть, что-то и без них бы укоренилось. В общем, на сегодня так. Так, сегодня у нас 26 августа. Наверное, я поздно, конечно, стала всем этим заниматься. Но просто я вот вигелу эту формировала. Она вся у меня такая была загущенная. Черешки выкидывать жалко было. Вот сегодня, вчера, вернее, я на даче тоже землю там их навтыкала, в горшочек навтыкала. Ну, может, что и пойдет. Я прошлый год эту вигелу красную укореняла. Но я просто ее осенью срезала и навтыкала в землю. Ничем не укрывала, ничего. Гортензию-то я, ой, древовидную, вроде как целлофаном укрыла. А эту ничем не укрывала. И вот через этих веточек было штук, наверное, 20. Вот одна пошла, растет. Остальные все даже почки тронулись в рост, но корней не образовались. В общем, как-то так. Ну, посмотрим, получится, получится, не получится, что же. Не получится, значит.